Итак, вот смотрите, видите, что тут? Тут вот такой вот видос. И тут сейчас я захожу вот сюда вот. А вы должны увидеть, вот, видите, вот сюда. А тут... А тут нифига не видно. А тут все видно. Салют, тут мы. Нас очень вежливо пригласили здесь переночевать. А почему? Потому что мы выглядели действительно жалко. Действительно жалко в наших полурубанах. Смотрите, кое-кто и сейчас выглядит жалко. Смотрите внимательно. Да, ты главное камеру не переворачивай, чтобы зрителя не напугать. Да, да, да. Я выгляжу нормально. Как обычно, в смысле, да. Ну да, мы сейчас уже отдохнули, посидели, немного здесь подсогрелись. Мы сегодня были в настоящей юхте, а сейчас мы в гостиничном домике. Но мы за него не платим, потому что нас любезно пригласили в него поночевать. Запомнили, как тёточку звать? Как-то сложно. Да, итак... как-то сложно. Вот так вот Лёня оценивает благодарностью. Да, Евгений, как зовут тётушку? А я даже и не слышал. А, да, он даже с ней не разговаривал. Вот да. Так Евгений оценивает. Ну, Лёня же у нас первый планет.